Всем привет! Скажи всем привет! Скажи всем привет, моя рыбка! Мой завтрак. Сделала вот такой лавашек. Там ветчина индюшачья. Чуть-чуть этого шпината у меня закончился. И творожный сыр. За окном как-то пасмурно, но уже 22 градуса. Ну, а это я с патчами, как всегда, которые у меня сползают на бороду. Вот. Сейчас позавтракаю. У нас время. Вам не видно? Без 15:10. Я встала, как всегда. Не как всегда. Сегодня в 9 встала. Оно лежало так просто, типа лежало. И что хотела сказать-то? Хрен его знает. В общем, сейчас пойду гулять с Чарли. Да что она вот одна всегда слазит вот сюда. Гулять пойду с Чарли. Ветра нет, в общем... Думаю, что будет тепло. Так у меня эти расцветают классно. Ну, что ты посмотришь, что ты будешь делать. На бороду сползает и все. Держись, сказала, на месте. Герани мои цветут. Прям главное, чтобы червяки никакие не завелись. И было бы шикарно. А то, блин. Привет, Чучи. Чучи, как у тебя дела? Тебе пожрать надо? Все равно он облетает, видите? Я убирала вот недавно на днях. И как-то все равно... А, может быть, это вот так вот надо вот так. В прошлый раз она была пониже вот так привешена. И туда собиралась вся. Да, видите, тоже желтеет. Я хоть ее пересадила, но не знаю. Эту вот так на ночь я ее опускаю. А потом вот так вытаскиваю. В общем, не знаю. Надо было мне раньше опомниться с этой орхидеей. Ну да ладно, что теперь поделать. Вот, герань буду покупать себе. Смотрите, как цветет и радует. Главное, чтобы червяков никаких не было. И клубнику. Клубничка там новые растут. Буду клубнику зимой есть. Такая вот у нас погода. Соседка, наверное, там с той стороны. Ладно, пошла я завтракать. А то кофе остынет. Это что, тоже на пляжик пришли? Погода классная вообще. И очень часто слышится английская речь. Англичане понаехали. Вообще, эта пора такая, тут такой срач. Не смотрите, закройте глаза, сейчас будет красиво. В общем, такая пора сейчас, что едут немцы, англичане. Вот. Но вот из-за всей этой фигни, ого, там столько народу. Рыбу ловят. Не особо видно, наверное, но народ есть. Вот, предупредили, ну не предупредили, не ожидали, что люди приедут отдыхать. Это, знаете, как такие уже пенсионеры. Сейчас сезон пенсионеров ехать. Но все равно слышу и французы, немцев нет, немцев почти нету. А вот английскую речь, вот с собаками, они, видимо, с караванами своими приехали. Своими там на машине или как еще. Смотрите, какое море классное. Там рыбаки, рыбаков очень много. И парилка, такая парилка прям. Море, наверное, холодное. Не буду залазить, хотя я в тапках. Можно бы их было снять и попробовать, но неохота. Шикардосное море. И мы вчера, я такая... У мужа говорю, что завтра будем делать? А у нас же племянница приехала, может, с ней встретимся. А он говорит, я говорю, я, наверное, никуда, наверное, не пойдем. Он такой, опять? Опять никуда не пойдем? А вдруг сестра позвонит? Если сестра позвонит, я пойду. Ну, тогда я говорю, ладно. Пойдем, может быть, где-нибудь пивка тяпнем с тапами. Посмотрим на нашу жизнь. Пока гуляем. Время у нас 11:30. Есть время для прогулок. Блин, что-то сегодня, знаете, в моем парке, где я гуляю, народу дофига. А где же народ, надо маски надевать? Что-то их не очень хочется надевать. Все гуляют. Раньше сидели по местам, а сейчас все шатаются, все гуляют. Понимаешь ли? Чарли, что ты там мусорки ищешь? Иди сюда.
штормом нанесло всякую херню. Мусора столько. Вот тебе, люди, сами поросята. Мы сами весь вирус. Созданный вирус. Конечно, созданный. Нашими руками и создан. Вот вирус. А потом удивляются. От кого, почему? Вот от нас. От таких поросят, от таких хрюнделей. Что это, хорошо, что ли? Вот банки валяются. Ужас. Что, трудно выбросить за собой, свиньи? Честное слово. Потом удивляется разным всяким болезням. Кобздец. Смотрите, сколько удочек. Видите? Люди рыбу ловят. Замечательный день для практикования вот такого вида спорта. Не знаю, как он называется, назовем его стояние на доске. И плавание по морю. Вот так, их там до хрена, смотрите сколько. Мне кажется, это очень увлекательно и интересно. Кто-нибудь пробовал вот так вот кататься, скажем так? Классно же. Там парусники. Море прям манит в него залезть. Но это обманчиваем. Потому что вода холодная. Хотя вон там вон люди моржи купаются. Как этот вид спорта называется? Плыву на доске? Так, Чарли уже убежал к кому-то там. Бамо! Все люди, собаки как собаки на привязи, а этот как шакал. Туда-сюда, сам по себе. Хочу туда побегу, хочу сюда побегу. Вот так вот. Все везде обнюхал, все везде облазил. Как на своей территории. Как-то так, блин, и окно все равно там пальцы видно. Лежала на кровати, никуда мы не поехали, вернее, я не поехала, неохота. Вот, и такая, думаю, что-то прохладно стало, закрыть окно. Закрыла окно, думаю, что-то какие-то пятна, они мне не нравятся, пойду окно помою. Помыла окно, думаю, а что я пледиком буду укрываться, надо тогда сменить пледики. В общем, сменила пледики, мне вот эти вот больше нравятся, они такие... Знаете, зимние, такие мягкие, пушистые, в общем. Не знаем теперь, куда вот эту подушку деть, потому что мужу она больше не нужна. А, в общем, как-то так, не знаю, куда ее деть. В общем, поменяла все это, поставила в стирку те пледы. Вот. Вот так вот. Разбор полетов. Ну, у меня такой разбор полетов каждый день. Пришел, он наверху загорал. Да. Вот, и каждый день, потому что я посмотрела погоду, прям у нас 21 градус будет всего лишь, хотя сегодня вот 28, знаете, 21, это уже прям уже зима, весна, осень, вот, поэтому надо утепляться, да, моя сладкая рыбка, ему так чисто нравится, вот кто бы понимал, да, собака, а вот ему нравится это чистое, когда, потому что он в этом валяет, смотрите, у него тут... Разодрал пупу, вот тут вот что-то у него пупа какая-то, болячечка.
Ну, ходим везде, шастаем. А там трава такая, знаете, растет острая. И вот он где-нибудь своим нежным животиком где-нибудь покорябался, да. Так что вот так. Я, как говорится, утепляюсь, готовлюсь к зиме. Хотя уже смотрю, вот в Ютубе там где-то снег уже выпал, представляете? А у нас вот сегодня на пляже гуляли, купались все. Ну надо же, какой мир огромный и удивительный. Вот так вот прошло воскресенье, ничего не делание. Я даже вот по воскресеньям после обеда не хожу с Чарли гулять, ну потому что кайфую, сегодня мы с тобой кайфую. У нас завтра праздник. Праздник, Национальный день Испании. Вот. Ну, какой-то, знаете, что празднуют-то? Празднуют, что Христофор Колумб в этот день открыл Америку. Представляете? Открыл Америку, и поэтому праздник. Как-то странно, да? Когда, в общем, у нас тут еще это... Сегодня, по-моему, еще... Праздник Святой Пилар. Я думала, поэтому завтра праздник. А потом мне в субботу клиентка одна начала рассказывать про Христофора Колумба, что он там Америку открыл, все дела. Испанцы вот туда поехали. И думаю, во, блин, вот это да. И они это празднуют, ну как-то не знаю. Ну, в общем, это Испания. Здесь празднуют все, что хотят праздновать, вот, в общем, если там они сильно долго поработали, там, без праздников, знаете, то надо его придумать. Хотя этот праздник отмечают с 1492 года, представляете, долго уже его отмечают, этот праздник. Вот, ну, лишь бы попраздновать, но муж сказал, что все будет открыто завтра, потому что я вообще терпеть ненавижу праздники, я не люблю воскресенье, потому что, знаете, никуда не пойти... В плане там магазинов, каких-то развлекательных центров, потому что они закрыты. Как бы права человека надо на отдых, да. Ну, там, не считая бары, рестораны. Вот муж где-то загулял с сестрами, наверное, где-то там в барах и в ресторанах гуляет. Вот, как бы не нагулял чего в плане сегодняшнего заболевания такого, знаете, куда ни посмотрю, везде ох и ах. Ладно, мы не про это. А в том плане, что некуда пойти, но завтра, говорят, все будет открыто. С утра ко мне приедет подруга, вот, если доедет, конечно, и будут ходить автобусы, потому что, не знаю, завтра же в праздничные дни такие выходные автобусы ходят по своему расписанию. Ну, поживем, увидим, что гадать. И, в общем, мы запланировали, говорю, давай с тобой потом сходим куда-нибудь позавтракаем, так вот, знаете, как это, ну... Как здесь любят одеться и пойти позавтракать где-нибудь в кафешке, посидеть там. Вот так вот. А потом я бы хотела куда-нибудь, например, в Лидл сходить. Или там еще куда-нибудь, какой-нибудь магазин пошататься. Ну, а куда еще можно сейчас в такое время пошататься? Хотя, смотрю, люди туда шатаются, сюда шатаются. Ну, мне неохота. Потому что, ну его нафиг. Я вчера посмотрела видео одно, не знаю, смотрите вы или нет. Аня, Гриша Аня, по-моему, называется. Ну, там Гриша, он инвалид, колясочник. И вот у него жена Аня, вот канал такой интересный. И я еще, знаете, их видела на Первом канале. Они как это, познакомились, все дела. И вот у этой Ани заболела мама. И вот какие ужасы, вот все, что заболела вот этим вот знаменитым заболеванием. И вообще в России, в Днепропетровск, что ли, они живут, не знаю, какой город. Ну, в общем, конечно, да, друзья, лучше не болеть и пожалеть себя, потому что вообще трындец капец. Короче, лучше не болеть. Ну, если вы смотрели, не смотрели, чего ты тут сидишь на меня смотришь? Скажи, мам, что ты там балаболишь? Я тоже хочу поговорить. Я тоже хочу поговорить, да. Да, да, вот такая вот любовь у нас. Зато мама с тобой целый день сегодня, да. Да. Ты целоваться хочешь? Ну, иди поцелуемся. Ну, иди поцелуемся, иди. Иди поцелуемся. Ну, иди поцелуемся. Ну, иди. Угу.
Ой. Все, все, поцеловался и хватит. Вот, все, немножко. В общем, да. Вот такой вот набор получился. Пойду сейчас чая себе сделаю витаминного. У меня еще все сегодня открыто, представляете? Вот такая вот у нас погода. То закрываешься, то открываешься, непонятно. Ну вот все, все пока сегодня вот двери открыты. И так прям это нормально. Ну сейчас солнце сосядет и совсем будет прохладненько. Я сейчас пойду банную процедуру делать. А вот... Кстати, все-таки сдохла моя это. Видите, все равно осыпается. Немножко, но осыпается. Сдохла моя орхидея. Прям вот я ее рассматривала, сегодня рассматривала, и она у основания вся сгнила. Вот где именно была вот эта вот фигня, поролон. Все-таки хочу еще раз попробовать купить себе орхидею. И уже когда она цветет, сразу пересадить ее и вытащить этот поролон из корней, скажем так. Потому что он прям был насажен прям, ну, в центр-центр. И вот там начало гнить. Смотрите, у нас какое-то облака. Прям в горах. Мне так нравится. Они так это... Не над горами, а прям с горами вместе. Так что вот такие вот у нас дела. Праздники. Открытие Америки. Будем праздновать. А что еще делать? Так, всем спокойной ночи. Я пошла спать. Всего самого наилучшего. Встретимся с вами завтра в 7. Пока-пока.